Вот за что люблю Беларусь, всегда что-то новое узнаешь. Вот теперь за рубли нельзя за наличные заправиться. С марта месяца, оказывается. Извините, ввел в заблуждение в начале нашего рассказа. Теперь только за белорусские рубли можно заправляться. Либо воспользоваться кредитной карточкой. Ну, в смысле, пластиковой карточкой. Безналичным расчетом. Вот. Так что имейте в виду, мое стремление поменять на въезде рубли, оно, оказывается, было обусловлено предчувствием. Кстати, обменный пункт был закрыт, но мне поменяли так. С курсом, понятно, поднадули. Курс 250, а мне там, ну, по какому-то другому. Вещам прикину, узнаю, насколько. Так что держим ушки на макушке и не расслабляемся в дороге. Тем не менее, путешествие-то продолжается. Поехали дальше. Ох, какие вентиляторы, а! Современный край, Беларусь.